Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В Курске состоялся очередной классический, если так можно выразиться, рейд сотрудников ГИБДД под кодовым названием «Автокресло». С начала 2020 года на территории города Курска произошло значительное количество аварий с участием детей. В основном эти аварии произошли по вине водителей. Водители не пропускали детей на пешеходных переходах. Также дети пострадали в качестве пассажиров при столкновении автомобилей. Выявить водителей, перевозящих свои чада без специальных удерживающих устройств – основная задача рейда. И далеко не от желания обуздать протестный нрав родителей-нарушителей суровыми четырехзначными штрафами. Наоборот, напомнить гражданам, что никакие финансовые санкции не сравнятся с жизнью и здоровьем ребенка, как, впрочем, и самого водителя. Уважаемые водители, детей необходимо перевозить в детских автомобильных креслах. Дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности. За данное нарушение предусмотрены административные штрафы. Непристегнутый ремень – это штраф 500 рублей. И если перевозите детей вне автомобильных кресел, то это штраф 3000 рублей. Самое обыкновенное автокресло или удерживающее устройство стоит меньше, чем средняя трата на бензин в месяц. Рейд показал, что основная масса водителей пристегивает перевозимых пассажиров, в том числе несовершеннолетних. Хочется отметить, что за соблюдением норм ПДД при подъезде к школе следят не только полицейские, но и более сознательные родители. Сообщают о том, что очень часто к школам подвозят детей, которые сидят на передних пассажирских сиденьях, сзади сидят не пристегнутые. Напоминает госавтоинспекция, что дети впереди могут ездить только с 12 лет. Проверки надо, рейды, да, проводить, и как можно чаще, потому что многие этим злоупотребляют. И кажется, что кто-то опаздывает, кто-то спешит. Но именно наши дети, наши безопасность – самое главное. Именно эти правила надо соблюдать. Подобные профилактические мероприятия продолжатся и далее. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.